Олимпийская символика, сказочные сюжеты, фантазийные существа. Ледовая архитектура набирает популярность во всем мире. Лучшие мастера показывают свои работы на всевозможных фестивалях и конкурсах. Три таких мастера приехали в Нарьян-Мар, чтобы сделать новогоднее настроение горожан по-настоящему праздничным. Сегодня на главной площади округа из новогодних украшений не только красавица-елка и горка для детей, но и самое настоящее произведение архитектуры. Буквально за 6 дней напротив здания КДЦ вырос самый настоящий зимний дворец. 40 кубов озерного льда, три мастера из Санкт-Петербурга, причем каждый из них член Союза скульпторов. Немного усердства, фантазии и новогодний подарок для нарьянмарцев готов. Ледовая скульптура – не точная копия Эрмитажа, но сходство с одним из самых ярких символов северной столицы очевидно. Фасад с характерными колоннами и окнами, скульптура над карнизом по периметру здания и узнаваемый шпиль. Мы сами разрабатывали эскиз, потому что здание сложное и доля условности довольно велика, и, конечно, приходилось там какие-то элементы убирать и приводить это все к некому виду, который сейчас это сооружение имеет. Материал для огромного дворца использовали местный. Огромные кубы озерного льда распиливали на кубики 50 на 50 сантиметров. Из таких кирпичиков и возводили здание. По словам скульпторов, погода в эти дни способствовала их работе. Цементом в ледовом строительстве служит вода, которая хорошо скрепляет детали даже при небольшом минусе. Натуральный лед – материал очень крепкий. Повредить его может только плюсовая температура и человеческое любопытство. И, конечно, он необычайно красив. Один раз попробовав работать со льдом, конечно, все, ты влюбляешься в этот материал, он удивительный. И он, вот мы как скульпторы все-таки смотрим на него, и он ну, вот какую-то сказочность придает изделию. Сказочность ледяному дворцу придаст и подсветка. После завершения работ ее установят у подножия здания. Так что новогоднее настроение жителям и гостям города будет обеспечено. Валентина Чибичик, Леонид Шишелов, телеканал «Север».